Доброе утро, друзья! Сегодня Международный день танца. Мы с Сашей танцевать, конечно, умеем, но не так хорошо и красиво, поэтому сегодня мы пригласили настоящих профессионалов к нам в гости, ансамбль танца «Солнышко» и виновники торжества. Настоящие профессионалы сегодня поздравят наших зрителей с этим замечательным днем и ответят на наши вопросы. Елена Булатова, руководитель ансамбля, и Ирина Кардашина, его участница, ответят на наши вопросы. Доброе утро. Доброе утро. Поздравляем вас прежде всего с профессиональным праздником. Елена, сколько лет уже работает ансамбль «Солнышко»? Ну вот уже в этом сезоне 23 года будет. 23 года? При объединении социума мы работаем 23 года уже. Да. Настоящие профессионалы действительно с опытом работы. А ты сколько в ансамбле, Ирина? Я 5-й год. Так это ты во сколько лет-то пришла? 4. В 4 года? Ничего, вы принимаете себе вот таких вот? Да, мы берем с 4 лет деточек. Значит, и в этом году, в августе, мы ждем самых красивых, самых лучших, самых умненьких, самых... Для нас они все замечательные. С 4 лет, да. А в ком больше нуждается ансамбль? В мальчиках или девочках? Ира, кого больше там, мальчиков или девочек? Честно. Девочек. Девочек больше, мальчишек не хватает, да? Ну, мал золотник да дурак. Мальчики у нас занимаются очень хорошо, и с ними работают замечательные специалисты, потому что мальчиков техника гораздо сложнее, я считаю, да. И они у нас растут сильными, мужественными, крепкими ребятами, конечно. А может быть, родители участвуют тоже в занятиях? Да, кстати, у нас ведь занимается группа, которая называется «Танцующие мамочки». Да. Здорово! Ну вот папочек пока, ну мамочки, да. Значит, и они повышают свое мастерство. Мы вообще так удивлены. Мы думали, что это занимается вот, ну, чисто для своего здоровья. Да. А оказывается, они с каждым годом, с каждым разом они улучшают свое исполнительское мастерство. И в этом году мы даже пригласили их участвовать в нашем концерте. Концерт, огромный концерт, который будет проходить 26 мая в киноконцертном театре «Космос». Совместно с передачей «Теремок», называется наша программа, концерт, спектакль «Теремок шоу». Мы очень любим эту программу. И там родители тоже будут выступать. И вот мамочки вот будут выступать, да, вместе с нашими деточками в одном концерте. Это, я считаю, это будут разные номера? Да, конечно. То есть дети смогут посмотреть на родителей? Конечно. Родители насладиться творчеством своих детей. Мамочки просто молодцы. Ансамбль выступает на разных сценах. Вот вы сейчас назвали киноконцертный театр «Космос», другие площадки. Ирина, где ты побывала вместе с «Солнышком»? Я еще никуда не ездила. Моя мама считает, что я еще маленькая для этого. Ага. Но я знаю, что ансамбль ездит на международные фестивали. За последние годы он побывал в Испании, Италии и Македонии. Ну, тебе бы тоже хотелось, конечно, да. Да. В этом году он едет в Грецию. Здорово! Елена, в Грецию! Надо мне вместе с Солнышком. Давай вместе. Поехали. А я участвую во всех концертах в нашем городе и области. Их очень много. Здорово. А какой твой самый любимый танец, самый любимый номер? Не знаю. Все травушка. Любимые. Травушка. Здорово. Здорово. Ну, как вы будете отмечать Международный день танца? Как всегда, в репетиционных залах. Мы работаем, потому что это наше любимое дело. Даже тортиков вон девочкам не нарежете. Нельзя? Категорически. Нельзя. Отмечаем Международный день танца танцами. Попросим наших замечательных девочек что-нибудь исполнить. Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente,
no existo más, Barcelona. Siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte.